В этом году мы решили хорошо, ну я считаю, хорошо с теми годами, это обход. То есть обычно стояли по 2-3 часа, в этот раз рассосались, ну, минут за 40. Это огромный плюс. Наверное, момент с мусором пока не удался решить, но это пытаемся, но, понимаете, 3000 счастливых детей бросаются, постепенно решаем. А так, атмосфера клевая, все радуются, все счастливы, насколько можем смотреть. Так что можно сказать, что удалось. Мы добавили больше акробатических номеров. Например, у нас выступают чирлидеры. У нас мы поставили крутой батут. У нас был обычный батут, а создали крутой батут, на котором ребята из точки притяжения покажут мастер-класс. То есть на нем можно и сальто крутануть, и очень вывернуться. Плюс они там привезли свои бамперболы, джамперы. То есть таких веселых, экстремальных добавили развлечений. Больше музыкантов, больше шариков, больше людей. На самом деле уже 2 года наблюдаем за этим фестивалем. К сожалению, в прошлые годы не получалось выступить. Знаем, что он проходит очень красочно, ярко, собирает большое количество молодежи, а мы как раз-таки работаем с молодежью. Нам интересно было очень поучаствовать, получить такой бесценный опыт, поэтому решили присоединиться и попробовать организовать еще небольшой танцевальный флешмоб. Как настроение? Никогда не был на таком празднике, всегда не знал, что так будет грязно, везде все валяться. Все в краской подходят, в лицо, в нос, в глаза. Прыгала на батуте, еще там разные развлечения. В основном мне понравилось с друзьями кидаться краской. Ребенок нас собрал и сказал, пойдемте, говорит, красками покидаемся. Вот мы и пришли покидаться красками. Просто атмосфера больше нравится.